Как донести свою позицию? Ну, сейчас споров действительно стало больше, и споры, если послушать со стороны, они больше эмоциональные, или люди ссылаются просто на свое мнение. Если вы хотите донести свою позицию, вы должны понять, первое, с кем вы разговариваете, потому что у этого человека есть свое представление о данной ситуации или о какой-то сфере знаний, и ваша задача понять, что он думает про данную ситуацию, потому что ваша задача, с одной стороны, учитывать то, что он думает и во что он верит, с другой стороны, предложить человеку те факты, то видение, которое позволит ему расширить его представление о происходящем. И это невозможно делать на эмоциях, потому что на эмоциях мы закрываемся. Критическое мышление, осознанное мышление – это мышление, которое делается на, что называется, спокойную голову. Поэтому самое главное, когда вы хотите донести свою позицию, сначала примите, что другой человек думает по-другому. Потом попытайтесь понять, как он думает, а потом попытайтесь понять, чтобы вам в это дело добавить, чтобы он увидел то, что видите вы. Когда он увидит то, что вы увидите вы, и это станет частью его представления о мире, то вы, собственно говоря, и решили задачу. Вы донесли свою позицию.